Всем привет, с вами канал Хобби Про, и сегодня небольшая посылочка из Китая. Вот такой вот конвертик, я уже вскрыл, посмотрел, проверил, и хочу показать вам. Это чехол на руль, идет он в таком мешочке, мешочек можно потом куда-то использовать. В комплектацию входит сам чехол, а также нить и игла, с помощью которых чехол закрепляется на руле. Заказывал для диаметра 37-38 сантиметров. Заказывал не себе, попросили заказать. Вот он пришел. В принципе, внешне выглядит неплохо. Единственное, смущает вот эти вот сгибы, перегибы. Но надеюсь, на руле они выправятся. Некоторое время назад я заказывал себе похожий чехол. У меня была черная нить и черная нить, которой он сшивается. И по прошествии года чехол не истрепался и служит до сих пор. Надеюсь, этот также послужит. Стоил он 160 рублей. Пришел достаточно быстро. Так вот получилось.